Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. И сегодня у нас будет обзор очередной посылки от Avon. На этот раз я заказала то, что мне было нужно. Опять мне закончилось средство для снятия макияжа с глаз. Вот от Avon пришло вот такое средство. Avon True Color, и я могу сказать, что я уже его попробовала, мне очень понравилось, средство такое по консистенции достаточно жирное, хватает небольшого количества, чтобы нанести его на ватный диск, и очищает очень хорошо. Я правда была удивлена. Может быть, я даже сниму видео по снятию макияжа с глаз. То есть обычно у меня макияж на глазах достаточно выражен. Это и тени, и подводка, и карандаш, и тушь, да. Поэтому вот тут я прислонила диск, и, как знаете, как в рекламе, как раз убрала, и действительно ничего не нужно было больше тереть. Мне это очень понравилось, поэтому данное средство я рекомендую. Хорошо. Заказала вот ночной крем. Восстанавливающий ночной крем. В оранжевой такой упаковке Avon активное увлажнение для тусклой и уставшей кожи. Еще не пробовала я, но вообще про крема могу сказать, что крема из серии Avon мне тоже подходят, они нравятся, они достаточно жирненькие, потому что я обладательница чересчур сухой кожи, и поэтому люблю, когда крем хорошо увлажняет. Вот эйвоновские крема хорошо увлажняют. Ночные я еще у Avon не брала. У меня стоял крем серии Faberlic. Это ночная маска несмываемая. Она тоже очень хорошая, мне понравилась. Но сейчас я перешла на серию именно Avon, потому что раньше я заказывала у представителей разных фирм, и Oriflame, и Faberlic, и Mary Kay, да, косметику. Везде свои плюсы, везде свои минусы, но именно в Avon я сама зарегистрировалась как представитель и как координатор. И также я могу вас регистрировать именно как координаторов, да. То есть вы можете ничего не продавать, ничего не рекламировать, просто регистрировать людей и все. И за это вы будете получать, естественно, доход. Вот. Про крема единственное, что я могу сказать. Вот у меня есть крем Avon дневной такой в розовой упаковке. Про крема Avon могу сказать, что нужно аккуратно наносить их, особенно в области вокруг глаз. Потому что если вы будете мазать очень-очень близко к нижнему веку, и потом крем попадет, да, в глаз, вызывает такое пощипывание очень неприятное, слезливость. Поэтому избегать зоны именно вокруг глаз нужно, потому что есть специальные средства именно для зоны вокруг глаз. А крема сюда так близко, очень близко к глазам наносить не стоит. Хорошо. Вот еще пришла такая помада Марк. Я тоже взяла ее в первый раз, такую линейку. Liquid Lip Shine. Сейчас посмотрим. Мне нравятся насыщенные, такие яркие цвета. Вот. Это, наверное, даже... Ну, помада, конечно, просто она жидкая, выглядит, ну, как блеск для губ. Судя по всему, цвет будет такой очень насыщенный, аромат очень тонкий. Я не люблю, когда косметика вообще пахнет сильно. Потому что сильный запах от косметики, скорее всего, говорит о том, что косметика не очень хорошего качества. И неприятный запах, да, вонючий, пытаются сбить с помощью каких-то усилителей вкуса, ароматизаторов, там, сильного запаха.
В идеале, наверное, если косметика вообще не имеет запаха, но все равно мы как-то устроены так, что нам приятно, когда небольшой запах приятно есть, да? Так, взяла такую очищающую пенку для умывания. У меня стояла одно время очищающая пенка для умывания серии «Черный жемчуг», недорогая, российского производства. Ну, в принципе, нормальная пенка, обычная. Не могу сказать, что особо вызвала у меня какой-нибудь восторг. Это очищающая пенка для умывания для комбинированной кожи, да? Комплекс Active Seed Avon True Nutri Effect. У Avon очень интересные такие способы замаскировать инструкцию, да? И даже можно не сразу понять, если вы купили косметику в первый раз, может показаться, что к ней нет никакой инструкции. Потому что вот то, что написано здесь, просто пенка для умывания, очищения и все. 150 миллилитров. Надо искать такой значок с пальцем, отрывающим, перелистывающим, как будто листочек, да, слегка так убираете, и у вас очень легко отходит этикеточка, потом она также очень легко прилипает обратно. Мне кажется, удобно. Ну что пишут нам? Воздушная пенка для умывания содержит комплекс Active Seed, экстракт плодов мыльного дерева. Не содержит мыла, подходит для чувствительной кожи. Протестирована аллергенность, не содержит парабены и красители. Ну и расписан способ применения. Ну, как обычно, небольшое количество средств нанести на ладонь, мягкими массажными движениями распределить на коже и лица. Затем тщательно смойте средства теплой водой и высушите кожу легкими похлопывающими движениями. Все понятно. Пенкой я еще не пользовалась, не могу сказать ничего о ней. Потом, когда я буду делать обзор на продукцию, о тех продуктах, которые мне понравились или не понравились, я расскажу о ней подробнее. Для лица я взяла еще вот такое средство. Мицеллярная вода очищения для всех типов кожи. Мне вообще нравится мицеллярная вода. Наносишь мицеллярную воду на диск, просто как бы протираешь лицо, когда уже там. Ну, глаза, ладно, мы вот, допустим, очистим с помощью вот этого средства, очень классного. А мицеллярной водой можно снять остатки косметики, это губы, да, там румяна, например, я даже брови снимаю с помощью мицеллярной воды. А также самый, видим значок с пальцем, не знаю, будет видно, не будет, ну да, наверное, видно. Открываем, смотрим, что там у нас внутри, предполагает наша инструкция. Это освежающая мицеллярная вода с комплексом Active Seed, экстрактом плодов мыльного дерева. Очищает в одно движение благодаря мицеллам, подобно магнитам для загрязнения. Эффективно удаляет загрязнение, макияж с лица, губ и глаз. Деликатно очищая кожу одним движением. Подходит для чувствительной кожи. Протестирована аллергенность, не содержит парабены и красители. На способ применения, что наносится с помощью ватного диска на сухую кожу лица, губ и область вокруг глаз. Нужно подержать средство несколько секунд и удалить остатки макияжа. Не требует смывания водой. Мицеллярную водичку вот я попробовала, потому что моя предыдущая также закончилась. Мицеллярная вода, это мне понравилось. Очищает хорошо, запаха практически не имеет. Взяла себе попробовать тушь. По-моему, она называлась Шок. А тут просто пишет Avon True Color. Объемная тушь для ресниц. Ну да, Супер Шок Макс. Не использовать, если глаза находятся в состоянии воспаления. Ну, естественно, да. Я решила взять вот такой цвет. Бирюзовый. Еще я ее не вскрывала. Потом, когда я ее поиспользую, применю, расскажу.
хороша она или нет. Мне очень понравилась линейка шампуней Advanced Techniques. Это я брала тогда шампунь из линейки Магия Гиалурона. Там шел шампунь, бальзам и сыворотка. Сейчас они у меня потихонечку заканчиваются. Я решила попробовать в таком же практически исполнении, да, такие же бутылки, это бальзам и ополаскиватель, шампунь. Но с той лишь разницей, что это уже не магия гиалурон, это драгоценные масла. Вообще, учитывая то, что шампунь мне понравился, я буду покупать эту линейку, просто хочу сравнить, может быть, драгоценные масла будут лучше или хуже. Если будут хуже, конечно, я буду брать магию гиалурона. Шампунь для всех типов волос. Здесь также мы видим пальчик с инструкцией. Давайте для интереса посмотрим, что нам пишет Avon по использованию шампуня. Это очень интересно. Ну, конечно же, состав. Содержит комплект Nutri 5, объединяющий 5 роскошных масел, не утяжеляющих волосы. Мне вообще нравится серия Avon с маслами, потому что, я говорю, у меня очень сухая и кожа, и волосы. И именно все те косметические средства, которые содержат масла, мне подходят. Моя сестра, например, говорит, что она не любит косметику с маслами, потому что у нее, наверное, более такая жирная кожа и волосы тоже. Поэтому она говорит, что применяя косметику, содержащую масла, они как будто бы становятся тяжелее, да, выглядят более грязными. Но у Avon я заметила, что содержатся некоторые продукты, которые содержат масла, на них написано, что они подходят даже для жирной кожи. Может быть, нужно попробовать и сравнить, утяжеляет, не утяжеляет. Хорошо. Способ применения. Я думаю, что все знают, что наносится на влажные волосы. Нужно спинить и смыть водой. При необходимости повторить. Запах отличается. Запах отличается. Мне вообще очень нравится средство с маслами. У меня есть различные масла для волос тоже. Намазывать кончики, потому что кончики очень быстро у меня, из-за того, что сухие волосы, говорю, они очень быстро, да, могут раздваиваться, выглядеть такими нежизнеспособными, тусклыми. И у масел самая классная фишка — это запах, мне кажется. Когда наносишь какие-то средства, содержащие масла, волосы просто, божественно пахнут. Здесь запах очень приятный. Мы посмотрим, как среагирует кожа головы и сами волосы на это средство. Бальзам-ополаскиватель, превосходное питание, драгоценные масла, 250 мл. Такая же упаковочка, в принципе, да, что у шампуня, что у предыдущей серии «Магия гиалурона». Смотрите полную информацию на внутренней части упаковки. Ну ладно, хоть так написали. Ну, здесь тоже мы видим пальчик, который нам показывает, что можно отвернуть и получить инструкцию внутри. Давайте посмотрим. Следуем за пальцем. То же самое. Содержит комплекс Nutri 5, объединяющий в себе 5 роскошных масел, не утяжеляющих волосы. Способ применения: равномерно наносить средства на чистые влажные волосы и тщательно смотрите через 1 минуту. То есть обычно на бальзамах время бывает, мне кажется, 3-5 минут. Вот здесь написано: смойте через 1 минуту. Хорошо. Интересно. Запах хороший, приятный. Так, в этой линейке у нас есть что? У нас есть, если в предыдущей серии у нас была сыворотка, здесь тоже сыворотка. Там сыворотка шла немножко в другой упаковке, она была больше похожа вот на такую, да, там нужно было нажимать так пальцем, чтобы выдавить сыворотку.
Здесь упаковка похожа на упаковку из-под крема. Упаковка большая, 150 мл. Сыворотка для интенсивного блеска волос. Превосходное питание для всех типов волос. Драгоценные масла. Ну, так же самое. Ну, здесь уже инструкции напечатаны на заднике. 5 роскошных масел, не утяжеляющих волосы. Ага, наносится на волосы после использования шампуня и бальзама ополаскивателя. Это очень хорошее замечание, потому что иногда я думаю, что мне выбрать лучше бальзам, там, или маску, или сыворотку. Ну, а тут прям пишут вначале шампунь, потом бальзам, потом сыворотка. Хорошо. Оставьте на 1 минуту. 1 минута, как и на бальзаме, да? Для волос. Давайте посмотрим. Запах всей серии практически одинаковый. Где-то чуть поярче, может. Здесь, или я уже нанюхала. Ну, вот здесь, мне кажется, запах такой сладенький. Угу. Вот. Ну, на сегодня все из того, что я заказала, да. Я хочу сделать обзор на предыдущие посылки. На те продукты, которые мне понравились и которые не понравились. Да, были такие продукты, которые мне, можно сказать, вообще не понравились. И я не буду пользоваться ими, естественно, и рекомендовать. Но есть продукты, которые мне действительно очень нравятся. До будущих встреч. Всем пока.